Разработка комплекса эффективных мер по развитию отечественного экспорта, поиск новых и расширение действующих рынков сбыта. Эти задачи в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым Министерством торговли и интеграции. Зарубежные специалисты на такую инициативу Казахстана смотрят с интересом. По мнению экономиста и эксперта Петра Беляна, поддержка отечественного экспорта и программа индустриализации в стране растет с каждым годом. У нас в Украине очень много разговоров и споров идет относительно того, что нужны государственные программы по поддержке украинского экспорта. И мне вот импонируют те решения казахского правительства и президента, и парламента, в том смысле, что они делают то, о чем у нас спорят, нужно, не нужно, дискуссии ведут. А в Казахстане принимаются важные решения, в частности, о индустриализации, о создании новых предприятий и особенно о том, чтобы поддерживать казахский экспорт, чтобы переориентировать страну из такой, которая экспортирует сырье, а на ту, чтобы она более уже, скажем, продукцию экспортировала с более высокой добавленной стоимостью.